Проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. В этом году за счет федерального бюджета запланировано привить 55% от общей численности населения, что на 7% больше, чем в прошлом году. Согласно заявке, в республику уже поступило 133 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и детей. Первый этап вакцинации, согласно плану, должен завершиться 1 октября. До 1 ноября должны быть привиты все, кто по каким-либо причинам не получил прививку до планового периода. Особое внимание будет уделено больным из так называемой группы риска. Бесплатной вакцинации против гриппа и ОРВИ подлежат дети до 17 лет, беременные женщины, работники отраслей здравоохранения, образования, студенты, призывники, лица старше 60 лет и больные с хроническими патологиями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 по 10 сентября зарегистрирован 401 случай ОРВИ. Это ниже порогового значения. Госпитализировано 53 больных. «Засветись, стань заметней на дороге». С таким лозунгом дорожные полицейские провели акцию в 4-й школе Кызыла. Фликеры, а если быть точнее, светоотражающие наклейки, особенно актуальны в нашем регионе, где в зимнее время года ко всему прибавляется еще и смог. Как показывает статистика, осенью наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ввиду того, что день у нас укорачивается, рано темнеет, и поэтому мы хотим сегодня этой акции призвать родителей, чтобы они сделали своих детей заметными на дороге во избежание дорожно-транспортных происшествий. Также в рамках акции «Юные инспекторы движения» школы подарили первоклашкам светоотражающие наклейки и рассказали об основных правилах дорожного движения. Акция продолжилась на улице. Школьники информировали родителей и детей о детском дорожно-транспортном травматизме. Да, мы сегодня проводим акцию «Засветись». Вот раздаем такие памятки. Здесь написано, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения, попадали в ДТП. Хорошо. Руслан Ховалых – юный инспектор движения. Он со своими одноклассниками регулярно осуществляет проверку наличия маршрутов безопасного движения в дневниках учащихся начальной школы. Учат первоклассников основным правилам поведения на дорогах. Мы следим, чтобы у каждого были эти светоотражающие элементы, и мы следим, чтобы никто не перебегал дорогу в неположенном месте. Чем больше светоотражающих наклеек, тем лучше, говорят сотрудники госавтоинспекции, ведь зачастую они спасают жизнь.